Народ, всем привет! Ну что, вот и выпал долгожданный снег. Еще сколько его выпало? И сыпет, и сыпет. Вот Рашид у нас дорожки делает. А я сейчас поеду, он кучки собирает, а я поеду сейчас их повыкидываю все на улицу. Сегодня хотим испытать и показать вот такой отвал, который сделали в компании Vircon. Именно для моего мультивана М23Б. Это самый маленький погрузчик, на который, в принципе, такой отвал ставится. Отвал не оригинальный, но, ребят, давайте попробуем, посмотрим, как это все будет грызться. Для начала нам надо выехать. Снег, плюсовая на улице. И пить даже не надо. Очень мокрый снег. Но это и лучше, потому что пухлый снег кидать может каждый из нас. Снега превращается в какую-то игру. Помните, как у Том Сойера забор красит? Вот так же. Мне нравится.
нравится навеска, офигенная, работает тоже очень хорошо. Единственное, что я бы сюда сделал, это, наверное, буду думать по поводу остекления. Кабину сюда надо, я весь сырой нафиг. В какой-то ветерок невозможно будет работать, что-то делать. Потому что вон, весь нафиг сырой. И будем думать что-то по поводу электроуправления вверх-вниз поворачивать. Тоже надо что-то думать. А так, конечно, замечательно, мне очень понравился отбрасыватель. Здоровский, прям играющий, все делаем, чистим. Одно удовольствие. И как видите, наш лихой помощник в гараже занимает совсем немножко места. Вместе с отбрасывателем заходит сюда. Замечательно. И как я уже говорил, в принципе, данную навеску можно будет приобрести, если у вас уже есть такой погрузчик. Если нет, то и погрузчик можно будет приобрести в компании Виркон. Ссылочка в описании на сайт. Все, всем пока.